Хвала Аллаху за то, что Он дал нам возможность встретить этот совершенный месяц Рамадан. Рамадан завтра, в этом году Рамадан завтра начнется, то есть, иншаллах, дай Аллах, завтра будем держать пост ради Аллаха. Это третьим столпом ислама является пост держать в месяц Рамадан. Этот пост – это воздержание от пищи и еды от рассвета до захода солнца. Иншаллах, завтра будем держать пост с утра до вечера. Мы здесь установили палатку Рамадана. Мы приглашаем вас всех в палатку Рамадана. Здесь угощаем людям ужин, то есть мы говорим это ифтар, разговение, мы угощаем людям. Мы приглашаем всех вас вот на эту палатку Рамадан. Пост.